Вас не смущает, что в числе рекордов вы не прописаны ни разу, ни на час? Ваш труд не наречется высшим сортом, ни запахом, ни светом, не радует и вас. Не может быть, чтобы никогда не знали, не слышали об Олимпийских играх. В честь победителя страна поднимет знамя. На лишний сантиметр сумел боец подпрыгнуть. Мне видятся иные полигоны, ристалище духовное и поприще под стать. Кто по любви к другим от пули стал заслоном, сумел 14 посланий написать. Рекорды ставили во славу Иеговы, врага и мысль его кромсали до упора. Стезя таких бойцов отменно и сурово, они вкусили истину и никогда не спорят. Рекорды мудрости, трудов и слезных бдений у ревностных подвижников святого благовестия. Жизнь на алтарь сложили, а не только деньги. Победный стяг воздвигли над леностью и лестью. Кто более в опасностях и в тюрьмах, чья сеть заброшена в моря и океаны? Кто крепости сектантские брал штурмом, освобождая пленных Пелосанну? Не меньше, на меньшее рассчитывать не стоит. Ленивый раб потерпит злой урон. Нет ничего опаснее покоя. Креститься бестолку, когда ударит гром. Учитесь гнев, обиды загасить, из подозрительности выдраться отпрянуть. Что пользы щетками и бородой трясти, за корешок держаться, вожделея пряник? Любовь к Иисусу и к Его Писанию, рекордные часы за Библией в молитве, на богослужении бодрствовать, а не клевать носами, тогда наш подвиг высечен на камне, не на липе. 11 января 2005 года.